Всем доброго времени суток, дорогие друзья. С вами Нил Лапса. Мы продолжаем проходить метро 2033 на максимальной сложности, на сложности хард. Да. В прошлой серии мы вроде как попали к фашистам. Взяли, слиняли от них. А что было дальше, я и сам не знаю. Так что поехали смотреть. После нашего боя с фашистскими дрезинами... Нам казалось, что впереди нас уже не ждет ничего страшного. Какая ошибка. Всегда ж так, да? Почти приехали. Ульман должен ждать нас на черной станции. Осторожно! Пригнись! Дьявол! Понастроили всякой хрени! Иди в оба, иначе башку снесет! Да уж, жутковатое местечко. Да, вообще в этих туннелях всегда будь начеку. Забудешься на миг, все, ты труп. Был тут случай. От парня только сапоги остались. Слушай, скоро мы подъедем к станции. Вообще-то она должна быть заброшена, но черт знает. Свет! Там кто-то есть! Да? А, сними его, Артём! Дрезина! Закрывай ворота! Мы прорвемся! Начинается. Надо скорее отсюда убираться. На пролом! Прячься за броней! Нормально, спрятались. Привет, Кусь. Да. Нормально, нормально, все. Да. Калашик в руки и вперед. Слушай, скоро мы подъедем к станции. Вообще-то она должна быть заброшена, но черт знает. Да пофиг вообще. Свет! Там кто-то есть! Ах, сними его! Да в смысле? Умрешь, нет? Спасибо. Мы прорвемся! Начинается. Надо скорее отсюда убираться. Ну-ка, давай вот так вот. Ага. Неплохо. 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 Хорошее начало. Слушай, прям нравится мне это все. Слушай, скоро мы подъедем. Погнали, погнали, нормально. Вообще-то она должна быть заброшена, но черт знает. Как Рокет поиграл? Да, нормально. Свет! Там кто-то есть. Да, да? Начинается. Надо скорее отсюда убираться. На пролом! Прячься за броней! К нам лети! К нам лети! До свидания. До свидания. Приятного покушать. Ага. Все, спокойно. Все? Держись! Держись, держись. Спокойно. Ясно. Ну, а как я тебе что могу сказать? Фу. Ну нифига себе. Да вообще. Слава богу, у них дрезины не было. А то бы они достали нас в туннеле. Что-то я сомневаюсь, что у них не было дрезины. Что это? Мутантское отродье. Они взорвали его. Юп, забыл. Держись! Держусь, держусь. Вообще жесть, блин. Ух, что это метро. Да скучно там в Rocket League, блин. Сейчас, разговор не про нее идет. У нас тут игрушка повеселее, интереснее. Господи, да это ж депо. Макс, что ты меня не сбился, я слышал. Ну вот так. Все равно не проспал же. Вот как оно выглядит. Не понял. Что было?
Упыри! Гаси их, а то мы на этом кладбище останемся! Так, берем дробик. Здрасте, да. Да в смысле выстрел? Давай, давай, давай. Нормально. Живем. Долго мои стену. Как вообще нормально? Ага, неплохо, неплохо. Отлично. Ох, что сейчас будет жопа. Ну погнали. Так, единственное что, подождите-ка. Ничего нету сзади. Ага, понял. Повторять не надо. Спасибо. Ну правильно, потому что другой человек разбудил. Ну вот и все. Видишь, у тебя есть кому тебя будить. Поэтому не разбудил. Потому что я знал. Ля. Угу. Увидел растяжечку. Называется. Шой. Вроде трупик. Знаешь, на всякий случай. Все нормально. Спокойно. Угу. Патронов много, да, оружия. Прям просто так, да, валяется? Ну, конечно, да-да-да. На пистолет. Так, подожди-ка. На пистолет. Ну-ка. Неплохо. Я тебя услышал. Так, подожди, еще патроны. Супер. Еще патроны. Берем все. А вместо... Подождите, вместо калаша... Нет. Калашик мы, пожалуй, оставим. Да будь он проклят, приспичило же этой падле в 8 утра мне позвонить. Неплохо. Неплохо, Кузь. Неплохо. А чё так поздно-то? Кого? Вот только не надо мне тут скримеров ваших. Как говорится, дробовик всему управа. Все, да? Так. Подожди, что-то я понять не могу. То ли я добил, то ли лыжи не едут.
Перепрыгнул же, ну. Хорошо. А попробуем. Сюда. Нет. Какой-то звук. Слышь? Я. Не, по-моему, нам все-таки обратно надо идти. Нравится мне это место. Ну хорошо. Угу. Нет. Поздно ему. Мне в школу к 11 мог и додуматься, что в 8 утра я еще сплю. Я бы тоже в 8 позвонил. Что начинается-то? Подожди-ка. Угу. А, ну классно, да. Хорошо. Пройти? Ну, конечно, да, не смогу. Хорошо. А, класс. Павелецкая. Отлично. После смерти Павла я опять остался один. Я должен был как-то добраться до черной станции. Меня там ждал Ульман. Черная станция. Ага. Заводская. Так, заводская. Хорошо. Ну, поехали. Почему 8-то? Что за цифра святая? Ну вот так. Как говорится, а почему бы и нет? Так, вроде свои. Человек? Спокойно, ну спокойно. Ладно, давай сюда, быстрее! В этих туннелях человека не часто встретишь. Поговори-ка с капитаном. Мы тут, знаешь, по уши в навозе. Присоединяйся. Сколько их там? Вы видели? 10? 20? Кого? Нет, не говори лучше. Нет никого. Иди только поговори с капитаном. Ну пойдем поговорим, чё. Я не знаю, какого черта ты сюда забрался, парень. Но лишние бойцы нам не помешают. Проход на станцию запечатан, пока там не закончится эвакуация. Готовься к бою. Можешь забрать себе патроны, которые лежат в схроне. Теперь ты один из нас. Наш отряд зовется «Дети подземелья». Отлично. Ну, друзья, внеслась. Мы должны продержаться еще несколько минут. Не буду врать, это будет трудный бой. Но подумайте о ваших семьях, которые остались здесь на патрон. Станции. Каждый монстр, который прорвется через линию нашей обороны, попадет прямо туда, туда, где ваши жены и дети. Ладно, я уже придумал его вместе. Не пощадит. Нормально. Мы не имеем права проиграть этот бой. Чувствуешь? Вот поэтому я не разбудил. Кто? Это спокойно, без паники. Да я не паникую. Я спокоен. Отлично. Подъем! Все в порядке? Да. У нас потери!
Чудесный день сегодня. Скучать не приходится. Ага. Ну, сорян. Проклятие! Там жарит, ничего. Нам конец. Спускайся. Врагу не сдается наш гордый варяг. Ты кто еще такой? Я побегу, удачи, хорошо поиграть, сказал, что... Спасибо, Оль, давай, удачи. Попрыгаем, да, попрыгаем, урода. Опять эта фигня. Угу. Все, конец. Так, патроны я у тебя, пожалуй, заберу. Тебе они уже не пригодятся. Тебе, видимо, тоже. Ага, ну да. Слишком много мутантов. Прорвалось через нашу оборону. Нужно предупредить Болес. Но я больше не боец, как видишь. Слушай, парень. Чё? Ты должен найти нашу радиостанцию. Угу. Установить связь с Болесом. И поставить запись с сообщением об опасности. Понял. Вот она. Я готовился к этому. Удачи, братишка. Давай. Ну ладно. Гриш, много мутантов, да, прорвалось? Ну хорошо, давай посмотрим. Так. Угу. Класс. Ну да, немало.
жрут уже. Жрут. Гада. Это чуть-чуть как крыса. Сука! Окей. Погнали старым добрым методом. Говорится, на полный дробовичок. Так. Патроны. Угу. Дожди. Что-то было. А, хорошо. Так, нет, это не то. Что мне нужно? Растяжечка. Ну, конечно, да, поменять не могу. Угу. Поехали дальше. Врагам не сдается нам наш гордый варяг. Давай. Отлично. Угомонись уже, ну. Ну, нормально, нормально. Хорошо. 9 патрон, так. Подожди. Туда. Понял. Удачи. Значит, сюда. Как-то неохота спускаться. Мощно, дружище. Просто лучший. А кто его что? Окей. Нет. Хорошо. Значит, тут без противогаза никак. Понял. Принял. Угу. Так, это взял. Отлично. Обратно залезь. Сволота. Ну,
вовремя. Ты умрешь, нет, Соня? Вы шутите или что? Угу. Влазить будем? Понял. Угу. Не, нахрен, я не хочу спускаться. Угу. Твою мать, вот откуда? Ты там давай это потише будь. Оружие, так. Ага. Отлично, отлично. Так, ну погнали до конца. А что ты бессмертный такой, я слышу? Ой, замечательно, слушай. А мы без патрон? Ой, супер. Просто класс. Ребенок плачет. Ох, чувствую, подстава это. Нет. Ребенок. Не случилось бы с моей родной станцией то же, что произошло тут. Вот все, о чем я мог думать. В этом кошмаре я нежданно встретил нового спутника. Угу. Дядя, дядя, вставай, нас всех съедят. Пожалуйста, вставай. Проснись, пойдем к маме. Ты говорил, что отведешь меня к ней. Ну ты же обещал. Уходи, отстань от меня. Мама сказала мне не подходить к незнакомым. Вставай, дядя, тебе больно.
Он не просыпается. Он умер, да? Умер! Как я теперь пойду домой? Ты отведешь меня? Я тебя не знаю. Но если я останусь тут, меня съедят. У тебя есть автомат? Да. Ну ладно, тогда я с тобой пойду. Так и быть. А ты будешь из него стрелять по монстрам? Ну ладно, меня зовут Саша. А давай ты будешь стрелять, а я буду смотреть, чтоб сзади не напали. Это ты, конечно, хорошо придумал. Ну как же я оставлю тут дядю? Я к нему в гости пришел. Он меня хотел домой отвезти. Но монстры напали. Они на него как напрыгнут. Он стал стрелять. Но большой упырь его в шею укусил. Но мой дядя очень сильный. Он его ножом убил. Ты не такой сильный, как дядя. Придется тебе помогать. А то нас всех съедят. Мальчик, ты там это... Ротик бы закрыл свой. Ты чую, и тебя сейчас скоро съедят. Ждем. Ох, не нравится мне это. Вон Тома! Твою мать, как же вовремя, а? Угу, в норы попрятались. Так, ну... Ага, сзади нор хотел сказать нет, да? Кротики у нас, да? Пистолета дохнуть? Серьезно? Вон Тома! Вон он! Еще один! Понял. Сука. Вон Тома! Ой, сзади подползает! Вовремя! Сколько же вас тут, а? Сука. Три патрона осталось. Есть, хорошо. Ой, не хорошо. Ой,
просто ни одного патрона. Есть вариант пробежать. По прямой. Угу. Ну, побежали. Что могу сказать? А, я понял. Хрен мы от них убежим. Потому что мой папа разведчик. Угу. Надо открывать те, на которых цифры. Где ты цифры увидел? И хитруга мелкая, а? Я вырасту и достану. Но ты можешь взять пострелять. Опять есть кроты тут. Подожди. Ой, ой, сзади подползает. В курсе. Да заткрой ты свой... Ну давай. Окей. Жесть. Эй, эй, осторожно! Один патрон. Класс. Побери, застрелись, блин. Хорошо. Три патрона. Два в калаш. Один дробь. Без гранат. И чё? А, класс. Я говорю, лучше бы малой вообще молчал, серьезно. Ой-ой, смотри, там дырка. Ротик свой закрой. Тут нельзя гранаты кидать. Мама сказала, что тут потолок фигово держится. Видимо, мозг у тебя фигово держится. Thank you.
Слушай, опять всю локацию пробегать? Погнали. А, застрял, ну да. Просто замечательно. Подожди-ка. Эй, это что? Кажется, провод. Угу, провод. Вон дома! Патроны с серебром. Мы уже уходим со станции? Да. Я раньше никогда в туннели не ходил. Мама сказала, там страшно и дети пропадают навсегда. Мама сказала, если дети уходят в туннели, мутанты их ловят и едят их мозги. И дети тогда тоже становятся мутантами и гоняются за другими детьми. Это твои, правда? Видимо, уже съела. Ух ты! А что это там такое наверху? Дядя мне показывал одну картинку. Небо. Нет, небо. Это небо, да? Это как раскрашенный потолок. Я буду знаменитым. Я небо видел. Я вообще этого мальца ненавижу, серьезно. Я не знаю, как его терпели. Дождь. Думаешь, мы сможем попасть на небо? Тебя я туда могу отправить одним. Постой! Я не хочу наверх к небу! Не урони меня! Сволочи! Опустите меня! Мой кошелька там остался! Мой брат пообещал привезти его назад! Почему? Почему эта дура такая? Почему стала за... Мамочка! Это моя мама! Пойдем, она меня ищет! Отпусти! Пусти меня к ней! Спасибо, брат. Ты даже не представляешь, как много значит этот мальчишка. Здорово, без Господи. Его отца нам бы не прожить. Как ты если туда бы он потерял дядя сына... Дядя умер, мам. Меня этот человек принес на плечах. И нас всех забыл. Я ему помогал монстров Спасибо. Убивать. Мам, я небо видел. А, все. Думал, заставка. Господи, бедный Сережа, спасибо вам. Спасибо, вы моего сыночка спасли. Мне вам нечем отплатить. Возьмите хоть патроны. Черная станция не так далеко отсюда. Беда в том, что туннель этот ведет не в ту сторону. Так что идти тебе придется поверху. Осторожнее. У нас тут объявились новые монстры. Фашистами называются. Они устроили себе укреппозицию в разрушенном здании прямо у выхода на поверхность. На площади есть подземный переход. Оттуда можно попасть на черную станцию. Угу. Ребята выпустят тебя наверх. Удачи тебе, охотник. Ну окей. Продаем. Так. Купи автомат и улучши свое экономическое положение. Угу. Угу.
За 1,16 шариков. Не, вот шарики давай прибережем, может еще. Хотя. Ладно, пофиг. Может еще где возьмем? Шедевр от дизайнеров с Кузнецкого моста. Угу. Да выкидывайте свой мусор. Калаш с оптикой. Оно в сторону. Многие вместо бритвы покупают. Хозяин, угадал или под... Аптечка. Вот. А свой пистолетик иди детишкам отдай. Хозяйство пригодится. Давай вот это возьмем. Удачный курс. Угу. Как хочешь, брат. Как и хочешь. Патроны. Подожди. Патроны. Где патроны купить? Продаем, покупаем. А, ну вот. То вот так. Угу. Все нормально. Погнали. Тебе спасибо. Ну, мужики, вперед из песни. Я снова поднимался наверх, в холодные и липкие объятия мертвой Москвы. Угу. У выхода из метро меня ждала фашистская засада. Да ты серьезно? В той серии, блин, проклятых. Опускай лестницу! Какой нахрен лестница? Сраные летучие мыши! Давай, шнель! Идем один за другим! Ну что, обледенело, так что поаккуратнее! Вот в чем оборудование при себе, Сашки? Если мне придется возвращаться за ним обратно... Я сломаю вам нос. Конечно, господин офицер. Я ничего не забыл. Так, вон еще один. Трое. Тут еще один где-то. Сколько их там? Пять. Наверху один. Хорошо. Направо! Гнида! Лежать! Лежать, я сказал! Ничего. Скоро тебя выговорим. Умник. Ага, понял, умник. Почувствовал. Спокойно. Откуда? Понятно. Нормально. Хорошо. Опускай лестницу! Ну
Айсет! Сраные летучие мыши! Давай, давай, шнель! Идем один за другим! Тут все обледенело, так что поаккуратнее! У вас все оборудование при себе, шахтер! Если мне придется возвращаться за ним обратно, я сломаю вам нос! Конечно, конечно, господин офицер, я ничего не забыл. Один. Так, там он до хрена. Вот он один. Ой, сука, опасно. Итак, давайте повторим. У нас есть 15 минут, не больше, чтобы открыть гермозатвор. Если не успеваем, отступаем на базу. Я тут подумал, почему бы нам не взорвать его, а, господин офицер? Страшновато тут наверху торчать. Посмотрите-ка, кто это у нас тут? Мыслитель. Он думает. Ну, а ты явно нет. Откуда? Убил же всех. Подожди, там где-то. До свидания. А, понял. Все, хорошо, тогда бежим собирать патроны. И нахрен уходим отсюда. Так. Даже умереть нормально не может. Так, ну погнали наверх. Двадцать пять фильтров, серьезно?
сохранить. Я понял. Гость у них там. Дружище, другой раз. Так, еще один. Да вы серьезно? Согласен, ты явно какой-нибудь дурачок. Угу. Сука, опасно. Нормально ты там гоняешь. Может, не надо? Как им, нормально вообще с ними жилось? Стрелочка. Угу. Тыничок. Все? Отлично.
нравится мне все это. И мать. Такой? Да, алло. Да. Фейл. Понял. Про стеклышко-то я забыл. Херата. Что за ерунда? Это еще там кто? Вражеский... Блин, а? Не успел переключиться. Давай еще раз. Минус, да. Справа еще один должен быть. Отлично. Фу, сука. Замечательно. Так. Угля. Парнишки, одни угли остались. Угу. Вот это неплохой пистолетик. Но у меня получше пока. Проверим вот эту вот комнату сейчас. Отлично. Убежали.
нашла кого-нибудь? Нет? Тогда вперед! Вот это хрень! Пусть пройдут. Прикрывайте тылы, воины! Ребятки, ага, понял. Через машину, значит, кидаем. Не хотите по-хорошему? Значит, будем сражаться. В принципе, я же могу обойти. Идея. Задела кого-нибудь? Нет? Тогда вперед! Вот это хрень! Прикрывайте тылы, воины! Легче так вылезай. Не уж, да. Ага, какой. Серьезно? Ну да, ладно. Давай, короче, этих убиваем. Это отряд. И все. Идем зачищать тогда. Сейчас прикроют они тебя тыл. Подождите меня! Как играется. Тихонечко. Сложно. Я думал, ты спать пошла, Кузь. Себя оставь. Нет настроения, чтобы спать, а для сна нужно настроение? Ну,
Ну... Блин, опасно. Мышь где-то сидит, блин. А, его просто слишком сильно нет. Что ж так? Так, стоп. Я уже забыл, как см... А, на М-ку, точно. Да, значит, да? Серьезно, это все оббегать? Опасно, опасно. Я тебя понял. Хорошо. Как я спрыгнул, вообще непонятно. А. Спокойно. Сюда вот, нет? Странно. Просто вот к этой херне. Класс. Просто супер. Фу. Черная станция. Теперь мне было ясно, что черную станцию уже заняли фашисты. Но раз Ульман ждал меня там, я должен был рискнуть. Финалочка. Ну, естественно, меня заметили. Шпандерик. Это кто его так? Ну-ка. Спокойно. Патрона. Тем более, если это финальный эпизод. А что так долго? И где Павел? Неужели он... Да. Ладно, об этом потом. Положение ухудшилось. Фашисты просто заполонили станцию. Кусь за угол. Тебе придется действовать кусь одному, за кусь. Выруби их генератор. В темноте будет легче проскочить охрану. А, вот, возьми. Че такое?
я буду ждать тебя в заброшенном туннеле к полису. Серьезно? Просто так. Подожди-ка. Генераторы, да, вырубиться? Мне так обойти все это. Как семья? По папе скучаю. Твоя-то как? Да откуда мне знать? Я их уже месяц не видел. А теперь мы тут застряли. Точно. Кому все это сдалось? Ага. А кто будет детей твоих кормить? Может, штурмбанфюрер? Эх, что за жизнь? Может, бросить все, взять семью да сбежать на Ганзу? Не ты первый, кто об этом думал. Их всех повесили. Ублюдки. Хорош. Воздух сотрясать. Блин, опасно. Раз. Второй где? Это первый. Что? Никого. Крыса, наверное. Серьезно? Классно. Просто. Не торчи здесь, давай вперед! Угу. Ух ты, ёб твою бог душу. Куда не плюю, они немцы, серьезно. Как так-то? Е. Так, ножичка можно взять? Спасибо, классно. Взял. Слева проверим. Угу. Стекла нет. Так, хорошо. Туда. Блин, да? Патроны, отлично. Ну-ка, подожди. Чтоб лишнее телодвижение не было? Спалили. Живи! Ну, конечно, да. Угу.
Попробуй. Что же за дебил такой? Гаси, ублюдка! Ага. Минус. Отлично. Не с места. Угу. Остался, блин, проходить. Что же за дебил такой? Какой, ну? Ненавижу! Бывает. Все так сразу. Оружие хорошо, так как? Так, подожди. У нас вместо дробовика. Угу. На пуля. Пневматического зависит от давления в баллоне. Если оно слишком низкое, то ваши выстрелы попадут. Ага. Понятно. Не-не-не, нахрен. Пневматику нафиг. Макс, есть вопрос? Какой? Какой кусь вопрос? Капец тебе, паскуда! Угу. У нас раненые! Ну как раненые? Убитые, а не раненые. Друзья, мои дорогие. Черт, они нас гасят. Отлично. Обходи его сбоку. Угу. Че? Черт, мы теряем людей. Руки вверх. До свидания. Дерусь. Мы теряем людей, проклятие! Еще. Тебя красная шапочка не интересует, нет? У нас тут гости! Да не стой же ты тут, двигай! Больно. Однако. Вообще мутантина. Руки вверх. Ага. Мутанты говорят, руки вверх. Ну-ну. Мы тут поймали одного. Угу. По стенке размажу. Так. Спокойно. Мне подсказывает, это еще не самый главный бой. Слышал раньше историю о метро 2 и невидимых наблюдателях? Нет. Но почему они не хотят, чтобы простые люди не знали? Метро 2. Жаль, спасибо. Да, не за что. А что? Наш обычный метро для старых. Что происходит? Метро 2 для пастуху. А, ну да, ну да. Черт, это же граната! Да ладно. А ты наблюдательный. У нас раненые! В укрытие! Слева! К нам летит! До свидания.
Договорились, ребята. Да нет, ничего. Давай встречный вопрос. Ты про что именно говоришь, Кусь? Про вещь или про персонажа? Бежал, блин. Про человека, у которого была роль красной шапочки. Таких не знаю. Решил отойти в сторону. Отлично. Где цифра? Ага. Погоди, а, типа вот эти вот цифры? Блин, малые, конечно, а? Так, ну давай потихонечку. Аптечка. Отлично. Оружие. Отлично. Стоит. Спокойно. Я не совсем понимаю, где я вообще сейчас. Опа. Спокойно. Там наверху. Угу. Да. Так, хорошо. Погнали по картам. Туда, значит, да? Шо. Стоп. Вот я зря спалился. Что же за дебил такой? Туда. Сраку иди. Туда. Куда?
И тебе приятного аппетита, дружище. Говорю, приятного аппетита, Алёша. Ага. Хорошо. У, сука, вовремя. Так, ну он там не один. Минус. Второй. У, сука. Голову. Угу. Да-да-да-да-да. Есть. Значит, на выход, да? Хорошо. Опа. Прибор ночного видения. Нажмите Т, чтобы надеть. Подожди. Не понял. Типа без этого, что ли? То есть снимаю. Но. Понять что-то не могу. Странно. Хорошо. Да мне просто парни жалко. Ему уже три девочки отказали. Хочу помочь ему хотя бы, парни. Понятно. Понятно, Кусь. Ага. Ну, я сейчас бегу туда, откуда изначально прибежал, типа, и чё? А. Уж не в ту сторону побежал, хрен знает. Ладно. Подожди. Побежали. Сюда, значит. Да нет, сюда я и бежал. Понятно. Спокойно. Окей. Неплохо. Ёб твою бог душу. Может, не надо? Кровавый трупик. Ну да, да, да. Кровавый трупик, это же еще ничего не значит. Угу. Артём, братишка, ты это сделал! Ты чё меня так пугаешь-то? Залезай сюда и передохни. Погнали. Скоро мы будем в полисе. Да, чё? В смысле? Чё, всё, пошла спать? Это не просто мутанты, поверь мне. Это что-то новое, что-то страшное. В смысле? Страх. Мы слабы. Мы умрем.
фигню не городи. Даже если отец и мать ненавидят и бьют чадо своих, чадо любит их и старается понять. Мы любим вас и хотим помочь. Беги, Артём, беги! Что он делает? Страшная вещь, да? Но на самом деле она не злее, ну, скажем, огня. Все зависит от твоего взгляда. Всегда старайся лучше разобраться в ситуации, прежде чем делать выводы. Теперь пойдем. Тут небезопасно. Глава пятая, надеюсь. Трудно описать, что я чувствовал в тот миг. Я падал с ног от усталости и в то же время не мог сдержать улыбки. Я справился. Я доставил послание Хантера в полис. И теперь судьба моей станции была в руках куда более сильных, чем мои собственные. Я выполнил свою миссию. Хорош. Я что думаю? Может, давай тогда на этом остановимся? Эй, вы на дрезине! Глуши мотор! Не двигаться! Подожди. Назовитесь! Ми фашистен, приехать захватить ваш станция. Ульма, ты что ли? Повезло тебе, что Иван Петрович тут нет. Он бы твоего юмора не понял. А это кто с тобой? Парнишка с северных границ. Веду его с черной. Ну ладно, проезжайте. Короче, ладно. Давай на этом сегодня закончим тогда. Завтра, я так понимаю, уже будет последняя серия. Вот. Всем спасибо, кто приходил, смотрел стрим. Все молодцы. Всем спасибо, кто общался в чатике. Прям лучшие. Все, люблю всех. Всем, кто это будет смотреть на ютубе, не забывайте ставить лайк, подписываться, комментировать. Ну, а с вами был Нелапси. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.